Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Здравствуйте, решим задание 414. Нам нужно вычислить пункт А. 9 умножить на 142 минус 35 плюс в скобках 42 умножить на 6 плюс 748. И деленное это на 25. Сначала нужно выполнить действие в скобках. 9 умножить 142 минус 35 будет 107. Считаем, что у нас получается во второй скобке. 42 умножить на 6. 2 на 6 – 12. 2 пишем 1 в уме. 4 на 6 – 24. 1 в уме – 25. 252. Плюс 748, деленное на 25. 9 умножим на 107. 9 умножаем на 7, будет 63. 3 пишем 6 в уме. 9 на 0 – 0, 6 в уме – 6. Можно было сразу 63 написать, так как после семерки идет умножение на 0. И 9 на 1 будет 9. 963 получаем. Дальше давайте 252 и 748 сложим тоже столбиком. 2 и 8 – 10, 0 пишем 1 в уме. 5 и 4 – 9, 1 в уме – 10, 0 пишем 1 в уме. 2 и 7 – 9, 1 в уме – 10. Получаем 1000. И 1000 нужно разделить на 25. 963 плюс 1000 деленное на 25. 100 разделить на 25 будет 4, а 1000 на 25 будет 40. И в итоге мы получаем 1003 в пункте А. И пункт Б. 1872 нужно разделить на 105, деленное на 3 минус 11, и потом ко всему этому выражению еще прибавить 493. Сначала посчитаем, что у нас получается в скобочке. 105 сначала делим на 3. Чем знаем делить с 10? Берем по 3. 3 на 3 – 9. 10 минус 9 – 1, и пятерку сносим и берем по 5. 5 на 3 – 15. 15 минус 15 – 0. Деление закончили и получили 35. 1872 деленное на 35 минус 11. И плюс еще 493. 35 минус 11 будет 24. То есть 1872 нужно будет разделить на 24 и еще 493 прибавить. Давайте выполним деление уголком. Начинаем делить с числа 1008, то есть 187. И берем по 8. 8 на 4 – 32, 2 пишем 3 в уме. Хотя по 8 будет много. Так, давайте по 7 возьмем все-таки. 7 на 4 – 8, 28, 8 пишем 2 в уме, 7 на 2 – 14, и 2 в уме – 16. 7 минус 8 не вычесть, у восьмерки занимаем 17 минус 8 – 9. У восьмерки заняли, семерка осталась 7 минус 1 и двойку сносим. 192. Ну а теперь возьмем по 8. 8 на 24 и будет 192. Потому что 8 на 4 – 32, 2 пишем 3 в уме, 8 на 2 – 16 и 3 в уме – 19. Вычитаем, получаем 0, получили 78. И 78 плюс 493. 493 плюс 78. 3 плюс 8 – 11, 1 пишем 1 в уме, 9 и 7 – 16, 1 в уме – 17, 7 пишем 1 в уме – 4, 1 в уме – 5. Получаем 571.
и выполнили задание 414. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.